Да, ты не представляешь, что там было. Там Представляю, Сережа, очень хорошо представляю, что там было. Они пешком бежали, да? Да. Потому что там в чате красиво написали, что вывезли всех с позиций. Нет, там вывезли, мы не с позиции. Я не стала ничего спорить, не стала вообще ничего говорить. Зачем я буду это делать? Там еще чат создали с вашим командованием, чтобы мы вопросы задавали. Завтра добавлю. Хорошо. Ух ты, интересно. Завтра добавлюсь. Посмотрим, что будет. Там Олька мне звонила. Сказала, техника прет, ну, через Мариуполь, сюда в нашу сторону прет куча техники, ну, ты понял, нашей. А, знаешь, я посмотрел, что такое техника, и что с ней происходит, к сожалению.